Меня зовут мистер Феличита. Из-за того падения Ариана боится выходить на лед. Даже из дома не выходит. Круглые сутки сидит на диване. Что вы намерены делать? Чтобы поднять ее с дивана? Самый простой способ — двое берут ее под руки, а третий хорошенько пихает сзади. Так называемая техника «гордая птица». Послушай, этот парень шарлатан. Суши, это из риса. А, рис. Тогда проследите, чтобы рис был немного липкий, а не такой, как в больнице. Когда я сказал «липкий», я не имел в виду обмотанный по краям скотчем. Ты все попутал, братишка! От режиссера «Принцессы и нищий». Когда ты одинок, счастье скоротечно. А если им делиться, оно длится гораздо дольше. Мистер Феличита. Ты что, ее целовал? Да. Губами? Нет, ухом. Скоро в кинотеатрах.